выходить сразу было неудобно. И поэтому Ришат решил. Ну вот, вот пожалуй, взгляд на борьбу. И будет много зависеть от того, кто спорта. Лялен бьет и счет устанавливает 2-0. Чируки попадает, читает игроки Норильского Никеля, но продолжается атака. Шакиров, эпизод и мяч в сетке. 3-0. Да, Норильск доказывает. Норильск, я знаю, это очень много. Но такие передачи. Перепад, Симаков, борьба Родригиньо. Да, вынужден хвалить уже здесь, на грани пустые фола. Ворота, Шакиров пытается перекинуть. И да, все-таки мяч залетает в ворота. Занота. Вот. И пустые, успевает замкнуть, Данил Кутузов. Отскок сыграл, и один мяч Никель отыгрывает. Отскок сыграл за Норильск. Вот, и первый мяч. Не дают спокойно выйти, то есть вот и заставляют ошибиться. Нельзя, да, с мячом оставляет. Ну нельзя так. Фернандо. Ну как, ну, я не знаю. Кудзи, Балонкова. Ну может, да, может, он быстрый. Вот, по флангу. Классно. Вот, ну все четко. Второй, да, все сделал. Мяч в воротах Самары. Занота все сделал здорово. Конецкий мяч. Ах, ненужный отскок.